Петропавловске к Наурызу испекли трехметровый торт «Жайлау». Сладкий подарок жителям областного центра преподнес кондитерский цех Ольги Клишиной. На приготовление пирога ушли целые сутки, 600 яиц и мешок сахара. Его раздавали прямо на площади. Там же в юртах накрыли столы и угощали всех традиционным наурыз-кузже. Местные творческие коллективы подготовили концертную программу. Все желающие могли принять участие в различных спортивных играх. Ну а самые маленькие горожане соревновались в поедании баурсаков. Сегодня такой чудесный день, прямо настроение. Смотрю, дома на улице все радуются, все веселятся, потому что такой праздник весны, праздник счастья, молодости.